Здесь у нас с тобой разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, только маканием берем жидкость. Взяла жидкость, взяла красноту, взяла желтоту. Ливанула. Взяла коричневизну. Обрати внимание, как я укладываю краску. Как бы странно, да? Нет, чтобы раскрашивать, нежненько, да? Но ты видишь, что это как раз из той оперы, которую мы смотрим с тобой. Оно, да? Ты сейчас зашвыряешь фоновое пятно, потом плюс коричневый, синий, плюс коричневый, синий. Перепачкаешь все пятно. После этого частично вытиранием ты начнешь добывать бледнятинку этих изображений. Туловище, головочка. Когда ты подотрешь, у тебя будет более светлое пятно. В него уже без всякого разжижения ты начнешь вгонять разбеленность. Она уже будет ложиться суховато. Все разжижение заканчивается, переходишь на суховатую разработку формы. Когда красочка станет, она сейчас очень влажненькая, когда она станет, пока ты будешь делать это, она будет становиться, ты потом мастихина, видишь, она слишком скользкая сейчас, начнешь вторгать туда цветовые звуки. Звуки начнешь вторгать. Прикольно? Живописно. Фактурно, то есть то, что и нравится людям у живописи. То есть в эту слякоть, которую ты сейчас зальешь, но с веществом, не так, чтобы без вещества, отдельное малое количество краски может встретиться, вот такая потечность, но, в общем-то, с веществом. Хорошо? Давай. Ну, конечно, но мысль хорошая. Желательно, чтобы краски вообще были на холсте. Вот ты, когда знала, что я сейчас приду, могла бы чуть-чуть красочек и поддавить. Логично? Значит, вот этих настроений чуть-чуть, да? Падающих, висящих, чуть добавишь. Чуть добавишь падающих, висящих. То вот так, то вот так. То где-то смазано, появится вот эта вот, как бы, текучесть всей картины. Где-то возьмешь разбел с краснотой, тоже подпустишь светлое пятно. Смотри, раздавлено, да? Не только наковыристо краску, но и раздавлено. Вот так. Хорошо? Что касается тельца, возьмешь красноты, не синюшности, хотя ты там правильно заметила легкую зеленцу, возьмешь сначала красноты и сделаешь почти трафаретное состояние света и тени. Почти трафаретное состояние света и тени. Там есть мелкость лица, то есть смотрим относительно середины. Выше середины линия подбородка. У тебя прямо на середине, да? А у нас она выше середины внятно. Середины для нас очень важный подсказчик. То есть головочка, подбородочек над серединой, да? Где-то над серединой. И уже в этом пространстве живет сама голова. Некая светлость, да? Эту же светлость можно добиться тряпочкой, как мы с тобой вначале это делали, с веществом краски. Не только вытирательно, но и с веществом. С легким количеством вещества.
То есть я вещество положил, это не вытертое состояние, но его очень мало, оно удобное для возделывания. Потому что когда краски много, там возделывать уже ничего нельзя, здесь можно только дурачиться. Вот мы положили для возделывания. Теперь мы делаем внятную разницу между светом и тенью, как там и есть. Внятная разница света и тени, причем теневая, ты видишь, вся краснит. Чернота у нас поднимется чуть-чуть выше. Поднимется. Можно вот так, выедая краску, формировать светлое пятно, то есть вымакивая. Теперь, относительно линии подбородка, легко найти линию губ. Вот в этом овале лица, да? Линия губ относительно подбородка где-то здесь. Линия носа следом за линией губ. Линия глазиков. Это такие отчечки глазных впадин. Отчечечки глазных впадин. Все сначала делаем с некоторой краснотой. Амбразурки глазиков. Амбразурка одна. Амбразурка другая. То есть это мы с тобой создаем смайлик лица. Просто смайлик, который уже немножко напоминает, что мы рисуем человека. Хочется подвинуть сейчас вот это пятно чуть-чуть. Подвинешь его чуть-чуть. А дальше высветляешь. Свет желтит. Тень на теле розовит, собственный цвет тела розовит, а свет на теле желтит. И ты начинаешь укладывать с желтиночкой высветление. Вот они высветления, вот они высветления. Вот они высветления. Начинаешь их с желтиночкой, разбел желтого, да? Угу. Начинаешь их укладывать. Смотри, штрих я создаю по цилиндру. По цилиндру. По цилиндру груди, по цилиндру руки. Создаем идею цилиндров. Появляется закругленность. Потом возьмешь немножко кисть, поскольку здесь мелкое изображение, и долго пальцем не поиграть. И начнешь укладывать среднюю линию губ, которая темнее, чем сами губы, внятно. Красноватая темненькость ноздричков. Темноватость бусинок этих, да? Уже внутри амбразурки. Широкое пятно верхнего века. Именно широкое пятно. Именно верхнее веко особо формирует глаз, не нижнее. Чуть-чуть там где-то у нижнего, чуть-чуть. Смотри, как тих. Тихая белость. Не белый-белый, да? А тихая белость зрачка, белка. Здесь, поскольку он на свету, чуть светлее. Но тоже в рамках теневого облака глазной впадины.
То есть глазная впадина все внутри себя сделала смугловатым. Чуть на лобике светичек лежит, чуть на надбровной дуге лежит светичек. Прикольно? Давай так. Значит, вот этот смайлик сотворить, здесь поиграть, там поиграть. Увеличила размер головы, а все-таки опять, не только у тебя, у очень многих художников проблема увеличения головы. Но для того, чтобы ее не увеличивать, надо ей задать параметры изначально, из которых постараться не выйти. Такой крупной головой она нам не выгодна, она выгодна с мелкой головочкой. Поэтому удержаться в этих параметрах, удержаться в том, что в этой части головы меньше, этой части лица меньше, а световой больше. В этом тоже удержаться. Дело в том, что это должно быть настолько деликатно было исполнено. Все-таки здесь окружение розового и с появлением вот этого жуткого цвета, этот цвет обязательно полезет вокруг. И любое уточнение уже проблемно. Надо было сначала все-таки доразобраться с рисунком, прежде чем втыкать туда такой агрессивный цвет. Вообще на палитре у тебя, вот и при том, что ты пишешь лицо, а на палитре не видно, что ты пишешь лицо. Вот понимаешь, какая ценность на лице на палитре, да? Какая ценность лица? То есть такая, периферия полная. То есть надо создать условия для лица, потому что из этих комков можно взять только такой кусок краски. А здесь можно взять удобный кусочек краски, который будет сразу в тему. То есть ты можешь здесь меры подбирать. Значит, категорически уменьшить лицо. Да? Значит, махонькая. Пусть будет обязательно махонькая личика. Тогда все эти фонтаны прозвучат, а так не хотят звучать. Ну и сюда не торопись с зеленым. Сначала здесь доиграй шеечку, которая должна появиться. Смотри, там линия шеи, да? Колонна вошла, колонна шеи вошла в тело. Вот эти настроения додать. Красный поднять под самое лицо, чтобы неповадно было лицо увеличивать в эту сторону. То есть вот по той траектории, по которой оно лежит. Ну и когда ты делала вот здесь, ты же видела, что там уже фоновое пятно. Но ты же уже лицо увеличила, поэтому ну как же, теперь уже все. Вот, надо такие вещи замечать. Все-таки у нас формат очень близко равен тому, что мы... Посмотри, как ей хорошо с этим пространством за головой. О, прикольно, да? Село. Даже твои эти звуки, все село.
тоже можно вот эту идею текучего, идею текучего насадить. И как она вошла в формат, она же вываливалась прямо. Ты видишь, тряпка перемолола, достаточно благополучно перемолола. Создала красивые мутности. На мутности хорошо звучит вот эта напряженность краски. Поэтому не боимся мутного. И чуть что подпускаем. Везде, где мутно, пусть будет мутно. То есть художник не напрасно мутнил. От этого мутного звучит контрастное. Идея платья уходящего туда, куда-то туда уходящего. Ты видишь, я даже взял большой мастихин для укладки платья. Можно даже вот с какой-то такой жестикуляцией. То есть, в принципе, направление задал. А теперь разбросать цветнотики. Всякие вкусненькие уже на вот это. В том числе звуки вот такого характера. То есть мозаичного. Мозаичного характера чуть-чуть подшвырять. Хорошо? Именно мозаика очень здорово звучит в живописи. И художники пользуются этим иногда почти бестактно. Но мозаика звучит. То есть если мы плохо себя чувствуем в какой-то картине, идем в пользу мозаики, сразу почувствуем хорошо. Мозаичность выгодна. А? Она выгодно звучит. Она выгодно звучит. Может, она не всем выгодна, но звучит она выгодно. Давай так. Тоже мозаичка. Ух ты! Значит, что касается личика. Я его пока не закрывала. Губочки ничего так себе. А у носика есть проблемка. Ноздрики сидят в теневом облаке. То есть нос живет не вот так, а живет вот так. Вот эта площадка полутон. Вот свет, вот тень, вот полутон. Скользящий как бы свет. И ноздря сидит вот здесь. А у тебя получилось, что она свет прямо подходит к ноздре. Такого быть не может. Ну понятно, что с этим делать, да? Да, чуть эта приподнятость носика должна быть выражена. Причем здесь она выражена вместе с общей теневой всего этого места.
если здесь только точечка, губочки в краях имеют часто вот это вот утемнение. Вот здесь любят быть утемненными. И в уголочках. У нас все так. Нос поехал туда. Мы его немножечко вернем в человеческое состояние. Туда уехал. То есть линия носа поехала в сторону щеки. Вот ты когда хотела маму написать, да? То представь себе, когда ты бы столкнулась с точным рисунком, сколько было бы несовершенства в твоих действиях. Желтит свет. Очень любит быть выраженным вот это место. Поскольку оно очень торчит от вот это место губы очень сильно торчит от лица. Поэтому любит быть мощно выраженным. Очень любит светленькое вот это место. Там есть своя мышцечка, которая сразу рассказывает, что губки часто улыбаются. В этом месте не чисто светлым, но не чисто белым, тоже несколько мигнуло. Здесь немножко свет мигнул. И носичек, вот его торчачесть, прям пошла вдоль складочки этой. Скользящий свет мигнул здесь. Смотри, сбиваю, появляется круглость от штриха. Правда? То есть очень хороший ход. Круглость от штриха. Бликующий свет. На этой части площадки носа. Есть площадка, да, носа. Вот эта вот площадка носа. Вот она. С этой стороны блик обычно. Но в данной ситуации здесь вообще загулял свет. Вот здесь загулял свет и по верхней части подбородочка.
внятно загулял свет. Чуть-чуть здесь доусилим. И на шеечке. Вот эти мутности, вот эти расштрихованности, ты видишь, они звучат, да? Звучат мутности и расштрихованности. Упавшая тень от одного, второго лепесточечка, травиночки. Чуть-чуть идея. Идея зрачка, которая потом прикрыта травинками, которые, собственно, и создали тени, да? Вот эти тенечки создали травиночки. Причем они создали и здесь тенечку. И сели на тень. Тенистые партии недолюбливают густоты, и мы густоты насадили именно светлистым партиям. Разрабатываешь глазик. Ну, если этот у нас спрятался, тот у нас не отпрятался, и вот показать, как прорисованный. Ладно? Сначала, собственно, шеечка. Ну, в общем, у тебя будет чистая, да, краснота шеечки, а потом уже все эти хорошо. Ну, я понимаю, что не меняться, чего произошло, не могу понять. Ошейничек где-то все-таки ближе сюда. Видела, что это сделал сейчас? Не стал идти на палитру. А, ну это так.
Помнишь, я предложил подвинуть подушку, чтобы ты не могла зайти? Я думала, я уже подвинула. Щеку ты точно подвинула. Смотри, какая она стала худенькая и симпатичная. А была такая? Я думала, в кубах что ли делать. В кубах. Причем из мультика, там где она не хотела работать, а другая хотела работать. Помнишь, когда я укладывал, я сделал верхнее веко широким, а нижнее, говорю еще, а там мало, а тебе понадобилось нижнее сделать таким же по весомости, как верхнее. И это тоже большая ошибочка. Верхнее веко звучащее. Там есть чему темному звучать. А нижнее обычно тихонькое. А мы по неопытности делаем одинаковыми и то, и другое. А бояшка? Грустновато. А здесь обояшка? Здесь, да. Ну тут позитивно, а там какой-то. У губочек есть складочки по высоте, да? Вот мы их чуть-чуть обозначиваем, и червячок губ, особенно нижних, появляется. Ну, я думаю, ты видишь, да, что точный портрет пока еще тебе не под силу. Поэтому портрет мамы на потом.
А вот приблизительные, да? Может быть. Не обязательно. Пусть останутся только маленькие отзвуки. Вот здесь как бы щека вот так, а тут она вот просела. Почти. Ну, там, во всяком случае, он не прорисовывает. Бликующие проявления любят густую краску, и они сразу существуют как блик. Да? Он запутал даже и это место. За вот этими звучиками. Логично? Это не трогать уже, да? Ну, может, там чуть-чуть что-нибудь сделать. Чуть тенистости подсунуть. Да? Ну, по-моему, хорошенькая. Ну, можно такой класс еще раз порисовать? Да нет, нормально. Вполне человеческий класс. Вы стихи на раздавите или лучше оставить? Кого раздавить? Не надо, все оставить.
Ну, собственно, здесь единственное место, которое собирает внимание зрителя. Это глаз. Не правда ли? Сколько раз я умираю, сколько раз выражение. Ну, нормально, нормально.